Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить «Призрак от Цусимы». Ну что ж, давайте с чего мы начнем. Мне интересно кое-что. Тут осталось еще 7... Ага, 7 этих захваченных постов и так далее, и деревень. Что-то многовато, я думал, меньше здесь. В таком случае, что мы делаем? Давайте, наверное, начнем отсюда, да? И сегодня пройдем все оставшиеся побочки, да? А потом двинем, наверное, по сюжету вперед и посмотрим, что нас там будет ждать. Ладно, ребята, давайте отправляюсь. Так, ребят, ну раз я выехал вот здесь, да, я поехал странным маршрутом, то давайте начнем, наверное, мир для божества отсюда тогда уже, да? Пофигу. Так, ребят, смотрите, что-то нашел. Вот здесь вот, вот тут неподалеку, нашел флаг Сосимона. Ну, знамено. Сосимоно. Чё дальше? Тут вроде больше ничего, да? Но тут была битва. Похоронили. Это интересно. Тут рядом ничего нет? Чё-то есть, ребят. Вот смотрите, вот здесь вот чуть левее. Что там? А-а-а, ребят, новые ножны. Столб чести. Ну-ка. Река золотых карпов для клинков, что движутся резво, будто карпы в ручье под солнцем. Ну давайте, интересно. Вау, прикольный цвет, да? Что-нибудь еще? Тут рядышком еще есть вопросик, вот этот вот. Давайте уже заглянем тоже туда. Интересно просто. А, там как раз-таки, ребята, источник, хорошо. Давно не было голой жопы Дзина, да? О чем будем думать сегодня? Монгольские захватчики, следующая весна. Но монгольские захватчики уже были, поэтому следующая весна. Теплый воздух, вишни цветут. Не могу дождаться весны. Вот и хорошо, что максимальный запас здоровья увеличен. Теперь, что мы делаем теперь? Ну, идем по заданию, да, тут больше вопросов нет рядом. Пойдемте. Еще нужно пойти и прокачать броньку будет обязательно сегодня. У меня там достаточно припасов уже. Так что будем заниматься. Святилище осквернили. Кто мог такое сделать? Все разрушено. Кто-то сильно постарался. Ты прикинь, вот суки! Ох, она им. Убили и бросили гнить. С полным презрением к священным посланникам. Охеревшие мудаки, ты глянь. Сволочи. Осквернено. Кто-то намеренно это сделал. Мир для божества. О, лисичка. Кто-то выплеснул свою ненависть. Веди меня, давай. Знаешь, кто это сделал? Пойдем, пойдем. Сейчас мы этих засранцев порвем. Наверное, их рук дело. Неплохо было, да, сучонок? Все. Что еще здесь? Вы трусы? Где эти сволочи? Вот там. Где еще? И это все? Там что-то есть. А, лисичка еще одна? А их тут две. Идем дальше. Так, сюда лучше не подходить, я понял. Вон еще, смотри, лисичка.
Монголы? О, да. Сегодня явно не ваш день, сволочи. Но это не все же, да? Где эти сволочи? Где? Лисичка? Туда, вот, да, вижу. В траве затерялась. О, вижу тебя. Где еще? Все? Вроде да. Знаешь, что нужно сделать? Нужно сделать вот так. Одну секундочку. А, я не могу здесь. Ладно, понял. Хотел изменить погоду. Так и задумано, видимо, да? Вон. Все? Подожди, там нужно шкуру забрать. Вон еще вижу, да. Вот сволочь. Да твою мать. Надо разыграться немножко. О, там столько лучников, что-то не дохерали вас тут, а, сволочи. Вижу. Да твою за ногу. Вот, сука, ты представляешь? Ну вы что, серьезно? Командная работа, понимаешь? Они кучу лисиц убили. Вы чё, суки? Вы чё, охерели, что ли, твою мать? Следующий. Падла. Где следующий чмошник? Где они? С той стороны вижу. Ой, это ты зря, конечно. Вот это ты зря. Там еще наверху. Это были последние. Все. Больше они не тронут ни тебя, ни других божественных посланников. Пусть убитые обретут покой. Бедные лисички, конечно, жалко. Иди сюда. Ты молодец. Так, давай-ка, наверное, прокачаем технику очередную какую-нибудь, да? Ну давайте. Ослепляет врагов в радиусе взрыва. Дым рассеивается дольше. Что-то еще можно. Ударная волна. Враги, пораженные ударной волной от взрыва бомбы черным порохом, падают на землю. Там уже прокачивать, по сути, нечего. Все самое важное у меня уже есть. Теперь тут, смотри. Наверное, поехали сюда сразу, да? И дальше там, до той миссии. Буду на месте, включусь. Ну, я на месте. По идее, где-то здесь. Исследовать место. Вот там, наверху. Ну, я смогу здесь подняться, нет?
Там человек. А, вот здесь можно подняться. Сейчас все сделаем. Не подходи! О, простите. Я думал, это они. Это статуя, работа мастера Идзо. Мало было монголам убить моего отца. Они еще и осквернили его наследие. Ты сын мастера Идзо. Я опечален вестью о его смерти. Ему не было равных. Это была его лучшая статуя. Будь у меня инструменты, я бы все исправил. Но убийцы и дом наш захватили. Ты получишь инструменты и восстановишь статую. Почтим память твоего отца. Благодарю, господин. Наш дом дальше по горной дороге. А если вы отомстите за отца... Отомщу. Плоть и камень. Ну ладно, погнали, отыщите дом скульптора. А где он находится? Где-то здесь нужно искать. Вот. Дом мастера Идзо. Раз. Два. Три. Здесь должны быть инструменты. Вон с той стороны. Так, понял. Да ёб твою мать, стой, не та стойка. Идем. Кто вы? Что вам нужно? Мастер Идзо, я рад, что вы живы. Ваш сын думает, что вас убили монголы. А, бедный мальчик. Идемте к нему. Нет. Я жив, потому что монгольский военачальник восхищен моим трудом. Монголы уродуют ваши статуи, уничтожают ваше наследие. Он велел сделать статую для самого Хубилай-хана. Как отказать? Берите инструменты, уходим. А которую статую разбили? Статую Бусацу. Она сделана в честь рождения сына. Не лучшая моя работа. Он не согласен. Мамору хороший сын. Но он ничего не понимает в искусстве. Что бы вы ни думали, эта статуя одна из лучших в Кусе. Что мне в Кусе? Вы представляете, как велика монгольская империя? Выходит, вы просто гонитесь за славой. А вы нет. Призрака все боятся и уважают. Я сражаюсь за свой народ. Счастливый вы человек. Вам не пришлось выбирать между долгом перед людьми и перед собой. Сюда. Ну, пошли. Ты так умеешь, деда? Опа, подожди, нет, так лучше не делать. Стой, нужен нормальный спуск человеческий. Идем. А есть спуск нормальный? Он сможет же спуститься, я надеюсь, да, как-нибудь? Или нет? Как ты это сделал? Так, что-то этот дед скрывает от нас, похоже, ребята. Опа. Я здесь! Вот сука. Сука, не бесите меня. Ты
Давай. Хорошо было. Ага, хрен. Ладно, понял. Это все? Подняться можно тут опять же. А как он поднимется сюда? Давайте посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ладно. Ты идешь там или нет, я не пойму. Прячьтесь, сидите тихо. Мой сын. Тихо. Я уже всех победил. А его убили. Охренеть. Мы не успели. Бамору. Бедный мой сын. Погиб, защищая ваш труд. На что оно мне без моего сына? Почтите память о нем. Будьте таким, каким он вас считал. Прости меня, сын. Да уж, жалко. А папаша мудак, конечно, тот еще. Самый натуральный мудак. Ладно. Отправляемся, наверное, давай два вопроса захватим. Почему нет, в принципе. И сюда рванем, да? Так, ребята, похоже, там Хоку. Готовы? Давайте. О чем? О сохранении. Ну да, сохранять игру полезно, согласен, давайте. Итак. Крепко цепляются корни. Наша цель высоко. У неприступного замка. Наша цель высоко. Итак. Слабость открыть не бойся. Куда приведет дорога? Когда рядом верный союзник. Слабость открыть не бойся. Так, двигайся к цели спокойно. Беда не конец. Во, хорошая штука, точно прям полностью. Чё там? В грядущее смотрим. Давай вот это вот. Смерть не конец, потому что было сохранение, правильно? Ну все. Наша цель высоко. Слабость открыть не бойся. Беда не конец. Красиво было, да? Красота. Повязка уединения. Ну-ка. Во, нормально, отлично. Теперь давай сюда. Блять. Немножко не подрасчитал. Я на месте, и похоже, это маяк. Тут тренировочная площадка, но может быть еще и маяк, нет? Похоже, нет, ребят, все же, к сожалению. Ладно, давайте, я готов. Неплохо было, давай еще. Хорошо, и последнее. Красота, ребят, с первого раза, мастер. Фломастер. О, хорошо. Это замечательно. Давай поднимемся наверх все же на всякий случай, да? Вдруг там что прикольное есть. Ну-ка. Нет, ничего нет. В таком случае, ребята, я отправляюсь вот сюда. Я на месте. Где-то здесь, ребята. Ее нужно найти. Вон там. Мне жаль, что я не могу вам помочь. Мне нужны не сожаления, а ответы. Спросите Кристину. Возможно. Привет. А что такое? Подожди, а что это? Господин Сакай, я тревожусь за нее. Дзюньсин, что происходит? Госпожа Масако кого-то ищет. Разгневалась, что я не смог помочь. Тебе нечего бояться. Я с ней поговорю. Спасибо, господин Сакай.
и за то, что прогнали отсюда монголов. Теперь мы можем все восстановить. Им повезло, что у них есть ты. Береги себя. Воровка. Так, стоять. С ней были вооруженные мужчины. Благодарю. Можете идти. Мать. Они знают, кого вы ищете? Женщину из списка. Воровку. Я могу помочь. Я должна найти ее сама. Говорят, с ней были вооруженные люди. Наемные. Те, кто умеет убивать. Это может все усложнить. Мне нужна твоя помощь и еще молчание. Да, конечно. Крестьяне говорят, что они пошли к мосту сразу за домом, то есть туда. Ну, веди. Что это за воровка? Ограбила дом Адати после нападения. Вынесла фамильные ценности, личные предметы. Хуже всего то, что раньше она служила у нас. 3 года назад мой муж поймал ее на краже. Он хотел ее высечь. Я сделала все, чтобы ее защитить, но ей пришлось уйти. Она будто дорога вам. Она была мне подругой. Ее предательство ранит сильнее прочих. Вот и она. С наемниками. Идемте. Только тихо. О, там Ронин. Ронины. Я все продам. Просто немного попозже. Поздно. Он сам все продаст. А теперь веди нас к вещам. Я заплачу. Только не забирайте. У тебя нет денег. Есть гребень. Он золотой. И с жемчугом. Это же был дар. Да, это можно продать. Нет, он нам голову снесет. Хватит. Показывай, где спрятала. Наемники не нужны нам живыми для допроса. Только она. Надо убить их всех. Так будет проще вернуть вам пропажу. Только не попадись, иначе ей не сдобровать. Хорошо, я понял. То есть нужно потихо к ним подкрадываться и убивать, да? Стой. Для этого все же, наверное, стоит переодеться, да, в Ронина костюм. Сейчас мы как раз сделаем прикольно. Символично будет, да? Осторожнее, тебя заметят. Найди укрытие. Да не переживай, все будет нормально. И как быть? У меня есть одна идея, а что если кинуть бомбу? Ну, в смысле, вот это вот, вы поняли. Назад. Ну-ка. Да, блин, слушай, а можно же было вот так пройти, и все нормально было бы. Чего-то как-то они не предусмотрели такой вариант. Ну ладно, видимо, нужно просто за ними идти, да? Хорошо, я понял тебя. Ну это странно, но можно было сделать и так. Осторожнее. Тем более игра позволяет. Ну есть над чем работать, конечно, еще разработчикам, но все равно для первого раза, ну да, как бы они делают уже мир открытый не в первый раз, но в другом сеттинге, да, для первого раза с другой боевой системой это очень хороший результат. Прям замечательный, я бы даже сказал. Поэтому, ну, ладно, первый раз, как говорится, не трубочист, правильно? Можно какие-то вещи простить, на что-то можно закрыть глаза. Если, опять же, в следующей части они прям реально поправят ситуацию. Но я думаю, что будет продолжение. Смотри, он отвлекся. Сейчас. Так. Путь не близкий.
Чтобы скоротать время, я расскажу притчу. Жила-была девушка. Она работала в чайной. Жизнь ее была трудна и скучна. Как-то раз в чайную зашел монах из далеких краев. И они сразу полюбили друг друга. Сердце девушки было разбито. Она пошла к колдунье и научилась превращаться демоном. Да, моя жена тоже умеет. Как и все мы. Обернувшись демоном, девушка полетела в монастырь. Монах заметил ее. Ты нас выдашь. Спрятался под колоколом. Только девушка была умна. Она подожгла землю вокруг колокола, расплавила. А, все? Ладно. Все? Че, простите, куда побежал, ёб твою мать, я тебя отпускал? И не вставай. Дин, мне нужно поговорить с Май. Если что, я здесь. Такой придурок в этой шляпе. Ты украла ценности моей семьи для этих убийц. Как ты могла меня предать? Это не так. Вы меня предали. Прогнали меня. Я спасла тебя. Муж думал сечь тебя плетьми. Он узнал. Почему вы не ушли со мной? Я была госпожой клана Адати. А ты воровкой. Я еще люблю вас. Тогда скажи, кому ты служишь. Он убил мою семью. И меня убьет. Я не позволю тебя тронуть. Я отведу вас к вашим вещам. Даже в Цусиме не удалось избежать, ребята, всей этой темы. Но вот не могут они, понимаешь, сделать игру без всей этой хероты. Мы знаем, что твой господин некий самурай. Он не называл своего имени. Я ни разу его не видел. Он только передавал записки. И знал о нас, госпожа. Откуда? Он не говорил. Но сказал, что знает, каково это любить вас, что понимает, как мне больно. Масаку? Май была и остается единственной. Он волновался за эти вещи. Боялся, что они будут утрачены. Он хочет продать их. Эти вещи дороги только как память. Он много за них не выручит. Тогда, может, он и не собирался их продавать. И для него это тоже память. Он говорил об этих вещах так, будто они принадлежали мне. Эти реликвии принадлежат только моей семье. Из всей семьи осталась я одна. Вещи лежат в этих кустах. Дин, ты не мог бы все собрать? Я хочу попрощаться. Ты пыталась продать наемника, чтобы сохранить ваши фамильные вещи. Когда узнала, что вы живы, фамильная флейта Адати. Старая бамбуковая флейта, на которой играла госпожа Масака. Так они с внуками чествовали смену времен года. Спасибо.
Где Май? Ушла домой. Дзин, хочу, чтобы ты знал, я не... Вы не должны ничего объяснять. Я любила своего мужа, но и Май любила тоже. И до сих пор? Думаю, это навсегда. Тот, кого мы ищем, к вам неравнодушен. Кроме мужа и Майи, у меня никогда никого не было. Никаких тайных воздыхателей. Возможно, он притворялся, чтобы вызвать у людей сочувствие. Не знаю, кто бы на такое пошел. Мы продолжим поиски. Это только вопрос времени. У меня еще есть дела в Тойотоме. Зайди ко мне, когда сможешь. Хорошо, давай, удачи тебе. Она еще и Би, короче, оказалась в итоге. Ничего себе повороты, блин. Ой. Ни одна западная игра, видимо, не может без этого обойтись. Но благо, здесь она еще хоть на заднем плане. Оберег грубой силы, оберег нападения. Хорошо. Так, что дальше делаем? Слушай, знаешь, что я предлагаю? А поскакали сюда? Пройдем последнюю дуэль, просто интересно. Так, я тут спас кое-кого. Давайте-ка проверим. Подожди. Меня спас самурай, который отстоял Ерикаву. Это большая честь. Господин Сакай, это вы? Ты меня знаешь? Мы виделись прошлой весной, когда вы приезжали в деревню Окаду. Теперь там монголы убивают и жгут. Это ужасно. Я помню ту поездку. Я не позволю монголам разрушить деревню. Угу. О, карта обновлена, нифига себе. Хоть что-то новое. Ага, вот там. Я тебя понял, но потом заедем, поехал дальше. Так, ребята, я маяк нашел здесь. Давайте-ка мы попробуем что-нибудь прикольного здесь наворотить. Раз. Два. Три. Раз. Там еще наверху должен быть, да? Чё, дошу к тебе дать? Доширака нет, братан. Где еще? Вроде все, да? Больше никого. Или есть? Ну-ка, секундочку, карта. Да, еще есть. Тут пусто, ребята. Только сталь. Вон, монгольский артефакт. Нет, это просто железо, это не монгольский артефакт. Вот он. Лук. Составной лук. Один из основных видов монгольского оружия. Составной лук отличается потрясающей точностью на расстоянии более 200 метров. Такие луки мастерят из сердцевины деревьев, таких как береза и вяз. При натяжении тетивы учитывают естественный изгиб дерева. Со временем при сборке луков предпочтение стали отдавать бамбуку. Он менее волокнистый, а потому луки получаются прочнее и не деформируются со временем. Ясно. А где еще? Монгольчики! Чё такое? Кто орёт? Всё норм, пацаны? А, вон, вижу. Готов? Всё, получилось.
Теперь смотри, нам нужно подняться наверх и зажечь там жаровню. Правильно же, да? Вот. Ну давайте что-нибудь качнем, почему нет? Сейчас, давай. Хлобысь. И да, новая территория открыта. Это хорошо. Техники, стойки, здесь все открыто. Да любую херню. Метните один дополнительный кунай. Давайте, пофигу. Пошел дальше. Точнее, поскакал. Так, ребят, тут лисья нора и еще куча монголов. Сначала давайте монголам жопу оторвем. Хорошо. Неплохо было, да? Готов? А с чего вдруг-то столько здесь было ронинов этих? Чё они тут делали-то, блин? Думал, у них заложник, оказывается, нет. Ладно, давайте еще раз лисичку поймаем, да? Где она там? Вон, вижу, впереди. Так, веди. Наверху, да? Да, вон, вижу уже. А подожди, стой, куда это меня понесло? Стоп, чё? Нет, нужно выше. Всё, спасибо большое. Еще одно святилище и получим... Еще один оберег. Нашел еще один флаг Сосимона вот здесь. Показываю. Все, ребята, я на месте. Последняя дуэль. Сейчас только сначала я, наверное, оденусь. Так будет лучше. На всякий случай. Наконец-то. Мне уже надоело тебя ждать. Ты даже не воин. Ты просто одичавшая собака. Хороший настрой, я это одобряю. Подходи, Сакай. Начнем поединок. Поединок под осенними листьями. Поехали. Ух ты, ни хрена себе. Что-то начали мы херово, должен признаться. Да, что-то он дикий вообще. Он, наверное, самый сильный из них всех, да? Самый бешеный. Поехали. Да ёб, я же нажал блок. Блин. Ха,
остались живы, будь ты порасторопней! Что ж, я пришел. Получилось. Это было жестко. Сложный бой, но очень интересный. Прям очень круто. Наверное, лучший бой все-таки. Пробил твой час. И что делать дальше? Я всех убил. Нужно найти того, кто послал за мной этих хроников. Ну-ка. Секундочку, карта. Это где? Бухта Умуги, это мне вот сюда нужно. Как раз таки здесь я могу прокачать оружие. Ага, не броню. Ладно, давайте оружие, почему нет? Нужно найти того, кто послал за мной этих ронинов. Музыкант в бухте Умуги может знать, где искать Кодзиро. Ладно, это я понял. Но секундочку, нужно возобновить задание сначала и найти оружейника. Он вон там. Могу наточить вам меч, господин. Блестит, как зеркало. Быстрее убивает врага. Подожди-ка, это все, что ли, максимум прокачал? Прошу прощения, но это не хватает. Не хватит для работы, господин. Нужно больше припасов. Теперь смотри, дневник, снаряжение, одеяние и облачение путника. Пошли. Ваш меч защитит. Что-то есть. В той стороне. Ну, в смысле, помимо музыканта. Господин Сакай, хвала богам! Странно, какой-то артефакт есть. Я нашел и убил всех приспешников Кодзиро. Он уже это знает, господин. Я ведь говорил, он необычный человек. Он снова был здесь. Да. Сказал, теперь вы достойны погибнуть от его руки. Ищите его в пещере в монастыре Оми. На земле моего клана. Он поплатится за это оскорбление. Не ходите туда. У него демонические доспехи. Он не знает усталости. Это мы посмотрим. Буду молиться о вашей победе. Это где? 2 километра 600 метров. Это где-то вот здесь, рядом с заданием, да? Ну, поехали. Монастырь Оми, мы близко. Ну, давайте искать его. Ну, по идее, с ним бой будет вообще, наверное, очень сложный, да? Да, смотри, прикольно. Нифига себе. Вот это я понимаю. Класс. Только заходить нужно было, видимо, с другой стороны, да? Как обычно. Ты только глянь на это. Офигительно, да? Красота. Не, ну офигеть. Прям вообще удивлен. Не это ожидал я здесь увидеть. Где-то вот там, ребят, в той стороне. Кто это там? А, просто обычный человек, ладно? Ух ты! Ну, арена крутая. Сакай! Наконец-то! Секундочку, сначала я подготовлюсь, ребята, секунду. Давай, наверное, Госаку. Музыкант говорит, что у тебя демонические доспехи. Ты ему веришь? Я не верю в демонов. Поединок у зеркала священного света.
Ну, поехали. Ух ты, три удара, да, как и я. Я давно не получал от убийства такого удовольствия. Еще раз. Надо было сначала заполнить, ребята, запас решимости. Ну ладно, пробуем так. Но здоровье у него до одного места, конечно. Я убил 1000 человек, и каждая смерть была сладка. Ну ёб твою, представляешь? Красиво так начал и так херово закончил. Еще раз, ну интересно, ладно. Ух ты, ёб, не увидел, да что ж такое, а? Я давно не получал от убийства такого. Ну я же нажимал блок, в чем прикол? И не демон, и не призрак. Ну я же нажимал блок, блять. Какая досада. Я давно не получал. Тысячу человек, и каждая смерть была сладка. И не демон, он просто какой-то нахуй неубиваемый, просто я не знаю, как его убить. Человек. Просто не знаю, как его убить. Понимаешь? Ну вот, ну как, он даже меня не коснулся. Я не понимаю, за что это бред какой-то уже пошел. Какая досада. Ну вот, ну как, блядь, сука! И не призрак. Вот что это, блядь, было? Сломанный хитбокс. Где я был и где его меч? Убил 1000 человек, и каждая смерть была сладка. Музыкант был прав. Ты демон. А ты герой, который меня сразил. Ты этого хочешь? Ну ёб твою мать, блядь! Это все связано, ребят, с частотой кадров, мне кажется. Потому что парирование завязано на определенном кадре. Когда идет стабильно все, блядь, я могу это сделать. Когда все начинает тормозить, парирование работает не в тот момент. Там совершенно другой тайминг получается. Ну то есть, не получается, постоянно тайминг скочит, я не могу парировать, потому что игра работает нестабильно. Зашибись вообще, слушай, классно. Я убил 1000 человек, и каждая смерть была сладка. Музыкант был прав. Ты демон. А ты герой, который меня сразил. Ты этого хочешь? Есть, блять, ну наконец-таки, ну это пиздец был.
Этот бой просто поломанный нахер. Я тут целый час сидел, блять, понимаешь? У него нет новых атак. Тут проблема, похоже, в фреймрейте, потому что парирование завязано на частоте кадров, блять. Доспехи Канцея принадлежали Ронину и Соломенный Шляп, печально известному своими хитростями и обманом. Ну это просто, ну блять, несправедливо. Увеличивает обретенную решимость на 15%, орудие призрака наносит на 15% больше урона, враги, пораженные орудием призрака, наносят на 25% меньше урона и получают на 25% больше. Ну это просто, вот я серьезно говорю, несправедливый бой. Это худшая дуэль в игре, просто худшая. Тут реально просаживаются кадры во время схватки на обычной толстой PS4, да, давайте называть ее так. И все это нахер ломает. Парирование просто перестают работать нормально. У ворота тоже не всегда срабатывает. Поведение странное у него бывает. Не знаю, я постараюсь вставить, конечно, странность, но опять же тут отсматривать до жопы просто. Если я хочу выпустить серию сегодня, не знаю, отсмотрю я все или нет, но в любом случае я постараюсь. Я покажу, там прям видно сломанный хитбокс, там тоже видно. Это жесть просто какая-то, это худший босс в игре, отвратительно. И все это из-за того, что производительность игры никакая в этот момент. Это трэш какой-то, просто трэш. Такого я еще не видел, конечно. Ладно, ребят, давайте на этом все. Серия, может, не очень длинная, но у меня просто уже нет сил. Просто нет сил. Я сидел здесь реально херву тучу времени. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь на канал. На Telegram, Facebook, Twitter подписывайтесь. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. Ну, на сегодня все. Всем спасибо, ребята. Всем пока.